Припарковать автомобиль возле подъезда удобно, но небезопасно. Однако некоторые автовладельцы именно так и поступают, оставляя без присмотра своих железных коней на ночь. При этом во многих машинах отсутствует охранная сигнализация, система блокировки руля или замка зажигания. Чем не заманчивая добыча для похитителей? С начала лета в среднем за сутки ангарская полиция фиксирует по 5 угонов. Преступные действия в основном направлены на автомашины отечественного производства, такие как ВАЗ, различных марок, получается, семерки, шестерки, а также иностранного производства, это Тойоты. В основном машины похищают, это где отсутствует охранная сигнализация. Гаражный бокс, как показывает практика, тоже не гарантирует автовладельцу полную сохранность его собственности. Здесь главную роль играет халатность работников охраны. Ежедневно из гаражных кооперативов угоняют по 1-2 машине в сутки. Основные гаражные кооперативы города Ангарска – это гаражный кооператив «Сигнал», «Сирена», «Сирена-2», «ГСК-1», «2», «3» и «ГСК-Мечта». Скажем, больше случаев у нас зарегистрировано в ГСК «Сигнал», поскольку много нареканий в адрес председателя и сотрудников гаражного кооператива поступало, в том числе на сторожей, охранников, которые ненадлежащим образом исполняют свои служебные обязанности. Надежный реечный или винтовой замок плюс сигнализация частного охранного агентства на гараж. Вот что нужно, советуют эксперты, чтобы не стать жертвой угонщика. К тому же оснастить системой безопасности и сам автомобиль. И ни в коем случае не оставлять его на длительное время без присмотра. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.